Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Господу помолимся, помире всего мира, благостояние святых Божия церковь и соединение всех. Господу помолимся. Благослови душа моя Господа, и не зажирай все воздаяние Его. Смотри, по небу городись и спасай, спаси нас. Радуйтесь, а и веселитесь, я вам знал ваше много на небесе. Свят еси, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно. Слышим
благослови, владыко, борни престол. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Свят и бессмертный. Аллилуйя, 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 глас и
тьмы, слышащий вижди, преклони ухо твое. Сотворшую сие, жива же
убоявшийся и трепещущий, верящий, еже бысть ей, прииде и припаде к нему, и рече ему всю истину. Боже, рече ей, да си вера твоя спасет, иди в мире и буди цело от роли твоя. Тридцатый год мне ниже отменишь меня добро твое. Слабоби принесе нам тебе быть и мною грешным и недостойным работой в дорог всем. Ты вось и принося, и приносимый, и приемле, и раздаваемый Христе Боже наш, и тебе славу высылаем со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Как это царя всех подымем ангельскими, невидимо доносимо сильными. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И же черевимый тайнообразующий, же творящий Троицы Пресвятую Песнь, почивающий всякой ниже песни, отложим попечение. Святые подымем
Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, Свято-Троицкого, Александра Невского, Лавры Священного Архимандрита. Да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки века. Господи, человеки нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося в Духа Святой Марии Девы, и вочеловечшегося, распятого Божия за непреклонности в Пилате и страдавшего и погребенного, и воскресшего в третине по Писанию, и паки грядущего со славою судите живым и бедным, и Боже царствию не будет отца. И Духа Святого Господа животворящего и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, о едино святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Будем добре, станем со страхом Богом, святое возношение, мире приносите. И нас прираже Духа Ленина. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Oh, no.
счастьем грешим. Господа Бога мой, Господи помилуй.
предстоящих и молящихся.
Еще молимся за всю братью и за все христианы. И милостью, милостью будет Владыко, о грехах наших и помилуй мы. Милостью, Владыко, на этот Бог еси, и тебе славу слаги, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Посвятай тому, жениться и покровение, соленьем все небес помог. Истинная Христова невеста, молимся все эти предстоящие, молящиеся храма сего, через особливую благодать, и уже предварится жених твой сладчайший Иисус. Да я уже посрамивший прелести мучителя, мудростью твоей, 50 ветей победителя внеси, и напоивший их небесным учением, к свету истинной веры наставил еси. Так и спроси нам, все предстоящим и молящимся, братья и прихожим святого храма сего, оную Божию мудрость, да ими расторгнув вся поздний адского мучителя и презрев мира и плоти соблазны, достойно явимся божественные славы и к расширению святые наши православные веры сосуды достойно соделаемся и с тобою небесной скинии Господа и Владыку нашего Иисуса Христа с Отцем и Святым Духом восхвалим и прославим во все веки веков. Аминь. Совершаем святых и праведных Бога Отец Иоаким и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит.
Come on!